Власти Удмуртии хотят внести ряд изменений в республиканский бюджет. Региону приходится сокращать расходы из-за серьезного дефицита. На конец сентября он составлял более 2,5 миллиардов рублей. В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов. Он работал со спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата. Кузнецов также руководил региональным отделением Паралимпийского комитета. В Удмуртии стартуют продажи «Лада Веста СВ» и «СВ Кросс». Приобрести новинки можно будет с 25 октября. Цена универсалов комплектации «Комфорт» составляет почти 640 тысяч рублей. «Девятка» протаранила фуру на трассе в Завьяловском районе Удмуртии. Авария произошла в ночь на среду. В результате ДТП водитель легкового авто получил серьезные травмы. За его жизнь борются врачи. Ближайшие ночи в Удмуртии станут еще холоднее. Потепление начнется в воскресенье. Антициклон принесет в республику снег с дождем. Также в регионе ожидается усиление ветра и гололедица.